Как ты умудряешься вообще идеально так выглядеть? Ну ладно. Вот это, конечно, надо все снимать, конечно, да. Мне известно максимум двое людей, которые приехали сюда. Действительно, мировой карьер. Это Валентин Лисица, который сюда ездит с 2014 года. И вот Александр Романовский, который приехал сюда буквально со мной в этот раз. Это выбор каждого человека. Причем это настоящий огромный шаг с их стороны, действительно. Я думаю, что это зависит от каждого человека. Сейчас время такое, таких великих испытаний и потрясений, что нейтралитет сохранить будет, наверное, невозможно. Придется сделать выбор. Эти люди сделали выбор, который я глубоко уважаю. Для этого нужно огромное мужество и сила воли. Вот то обвинение, которое я в целом либеральной интеллигенции предъявляю, да, это потеря способности дискутировать вообще. Что они не могут двух слов связать. Это факт. Это факт. Вот вам, пожалуйста, возможность открытого диалога. Говорите аргументы. Потому что, с моей точки зрения, любая позиция, особенно если ты ее публично выносишь, должна быть обоснована и аргументирована. Как минимум. Я уже молчу там дальше про культуру диалога и так далее. Вот. Этого всего нет. Ну, люди говорят два слова «нет войне» и все. Больше они сказать ничего не способны. Так «нет войне» мы все тут можем сказать, понимаете? Хотя это, да, уже понятно, что это такое клише. И тем не менее, тут никто не хочет войны. Что вы из нас делаете, идиотов? Вот они говорят «нет войне». Я говорю «согласен». Что дальше? Что мы должны делать? Да нет ответа, потому что ясно, что мы должны делать. Сложить оружие и, не думая ни о чем, убраться назад. То есть, короче говоря, разница одна. Мы за мир после нашей победы, а они за мир на наших костях. Я понимаю людей, которые находятся вот в этой вот таком энергетическом поле, у них там свое либеральное. У них они, это Игорь Шнуренко называется это роевым мышлением. Они мыслят группами, понимаете? То есть у них есть какие-то лидеры мнений, и дальше ты просто не можешь шаг влево, шаг вправо. Вот приехал Александр Романовский, извините меня, пожалуйста, он приехал увидеть своими глазами то, что здесь происходит. Можно и так, например. Пауза или дальше пишем? А где? А детёныш? Да мне кажется, еще лучше освещение стало. На слове Александр Романовский, это Александр Романовский! Бум-бум-бум-бум-бум. Оставь. Оставь так. Хорошо. Там пол. Хорошо.